справа. У танка. Ой. Ой. Полетел как ведро с болтами. Это у них какое-то усиление, походу вон тот чмошник им усиление дал. Вот это. Сара. Вот убил. Ой. Он от пистолета пулемета в стену отлетел. Да. Сейчас не успею. Как бы жопа. Патрон 5. Погода с доставкой! Рож. Не стой пострелой. Запрос принят. Начинается боевое задание. Запрос понятен. Поэтому резать могу в два раза чаще. Почти. Еб, хорошо. Какая-то разве не все считать? Да блин, ну надоели. Какой так-то все время. Запрос подтвержден. Он в два раза чаще может заскушать хуй. Сейчас он какой-то нечестный будет. Да и... Хотите? Ой. Хочу. Убрать противника! Роза тоже здесь. Ой, не то нажал. Ой. А, они сами на одного ездят, окей. Веду огонь на поражение. А, не, я ушел. Красавчик. Он всех положил? They're not gonna probably be crossing over here since we eliminated their rally. Now we'll just have a safety rally down here. We'll all cross and help them reinforce and like try and push them back. We're all gonna cross the pontoon and try and go through the cap and attack them. So they push them back in the north. Push them back to where our medic is. Good plan. Yeah, I got them crossing across this pontoon area here. Okay, lots of infantry crossing. What is going on? Yeah, Mark, they're crossing. Can you see them crossing that pontoon? Say again, where's the one? I tried walking near that tank. Одня тогда что? Бля, что ж такое, а? Ладно, совсем другой пустой. Че, ничего не понял? Она тебя не поняла. Как не должно? Слышь, не должно, должно! О! Он сказал. Все голову поставили под пулемет.
руку. Запустил. Вау. Ты видел? Он обратно вернулся. Yeah, they're on the trail to the south. We want to push them, or is that over here? Oh, it's kind of absolutely right. Oh, we're going to hold our blocking position on the main road. I mean, we can fire on them south if they try and